Предвыборная кампания идет и в Германии, но там дама уверенно вырывается вперед. Ангела Меркель набирает баллы и, похоже, имеет все шансы остаться канцлером на четвертый срок. В чем секрет ее успеха и почему не работает так называемый эффект Мартина Шульца, расскажет Татьяна Лагунова. Когда Ангела Меркель раздумывала, стоит ли баллотироваться на четвертый срок, многие немцы были настроены скептически. Дескать, сколько можно, от Меркель все устали, немецкой политике нужна свежая кровь и так далее. Но канцлер решила рискнуть и, похоже, не прогадала. Если бы выборы состоялись в это воскресенье, христианские демократы во главе с Ангелой Меркель одержали бы победу. Причем убедительную. Данные самых свежих соцопросов однозначны. Блок канцлера ХДС-ХСС снова набирает баллы. И опережает своих главных соперников, социал-демократов, с отрывом 8%. Социологи нашли и причину – активная деятельность Меркель на международной арене. Она то в Вашингтоне, то в Сочи, то в Брюсселе. И везде достойно представляет интересы Германии. Да и шутить начала намного чаще. Это нравится электорату. Алюминий – это так называемый универсальный распространенный металл. Девиз вашего предприятия сделан в Европе с легкостью. Я бы хотела применить эту легкость и в политике. Но все мы знаем, что иногда легкость достигается упорным трудом. Главный конкурент Ангелы Меркель Мартин Шульц тоже ездит по стране и много шутит. Хотя в штабе социал-демократов сейчас не очень весело. Резкий рост рейтингов партии, которые крестили эффектом Шульца, остановился и пошел на спад. Не страшно, убеждает сторонников лидер политсилы. Ровно 100 дней назад я стал кандидатом в канцлеры от социал-демократов. Тогда рейтинг партии составлял 21%, сейчас 29%. Если в последующие 100 дней тенденция сохранится, я буду очень доволен. Чтобы догнать Ангелу Меркель, у Шульца больше, чем 100 дней. Выборы в Германии назначены на конец сентября. Осенью немцы будут выбирать Бундестага. В эти и следующие выходные состоятся самые важные перед парламентскими земельные выборы. Голосовать будут в землях Северной Рейн-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейн. И местные политологи уже прогнозируют, партия, которая выиграет эти выборы, затем возьмет и Берлин. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».